Пятница, 31 августа. Балет «Лебединое озеро» дадут на Приморской сцене Мариинского театра. Петр Ильич Чайковский создал музыку огромной глубины и силы. Этот балет – выражение вечных проблем – жизни и смерти, верности и предательства, надежды и отчаяния. И главное – прославление любви. Начало в 19:00, стоимость билетов от 400 до 3750 рублей. Исторические костюмы, классическая музыка, танцы 19 века. На мастер-классы по историческим танцам всех желающих приглашают в Старый дворик ГУМа. Начало в 19:00, вход свободный. Красивые платья и исторические костюмы приветствуются. На мастер-класс по гимнастике «Цигун» для пожилых людей приглашает социальный благотворительный проект по организации бесплатных круглогодичных занятий «Долголетие». Занятия пройдут на стадионе школы номер 56 и в сквере ветеранов с 9 до 10 часов утра, а также на аллее Дениса Давыдова с 10 до 11 часов утра. Суббота, 1 сентября. «О да, еда» – крупнейший российский гастрономический фестиваль пройдет на водно-спортивной станции ТОВ 1 и 2 сентября. Блюда из особого меню, гастрономический театр с выступлением лучших шеф-поваров страны, состязания в кулинарной студии и круглые столы и мастер-классы с профессионалами ресторанной индустрии. Стоимость билетов при предварительной покупке 150 рублей, на входе 200 рублей. Дети до 12 лет могут посетить фестиваль бесплатно. Билет действителен на оба дня мероприятия. Выставка «Великий Карл» произведений Карла Брюлова и его учеников из Собрание Государственного русского музея начинает работу в залах главных анфилад Приморской картинной галереи. Публике представят 63 произведения, 17 полотен из которых – работы учеников и ярких последователей единственного из русских художников классического 19 века, прославленного в Европе еще при жизни. Стоимость билетов от 100 до 250 рублей. Детей и их родителей, а также школьников с учителями на День знаний приглашает Приморский океанариум. В полдень на морской линейке прозвенит звонок, который даст старт празднику. А затем пройдут познавательные мероприятия, знакомство с геологией с помощью бинокулярных микроскопов. Из курса ботаники участники маршрута узнают, как определять растения, а на зоологии познакомятся с интересными представителями животного мира. Начало в 10:30, стоимость билетов от 500 до 1200 рублей. В рамках регулярного чемпионата ФНЛ сезона 2018-2019 на стадионе «Динамо» состоится матч команд «Луч Мордовия». Начало в 18:00, стоимость билетов от 250 до 600 рублей. В воскресенье 2 сентября. Гимнасты и жонглеры, клоуны и их питомцы, костюмы, музыка. Цирк зверей династии Филатовых приглашает всех на представление. В программе животные из разных стран мира – леопарды, медведи, обезьянки, дрессированные собачки, кошки, питоны, пони и попугаи. В номерах сочетается дрессура смешанной группы животных – домашних, экзотических и хищных. Начало в 16:00, стоимость билетов – от 900 до 1800 рублей. Дети до 3 лет могут посетить цирк бесплатно. В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазона санаторный пройдет яркое городское событие – фестиваль сладостей. Это большой семейный праздник, где каждый гость сможет попробовать разные сладости – конфеты, пирожные, выпечку, напитки и прочие вкусности, а также окунуться в атмосферу беззаботного детства с веселыми аниматорами. Начало в 12:00, вход свободный. На мастер-классы и экскурсии в рамках детского городского социального проекта «Хрустальный мир» приглашаются дети-инвалиды и дети, не имеющие особенностей по здоровью в возрасте от 5 до 18 лет. На этот раз участников приглашают на увлекательную экскурсию в казачий стан. Начало в 11:00, мероприятие состоится по адресу: улица Бархатная, дом 10.